Путин хочет напасть на Украину! Война — это очень плохо и ужас, так как там все друг друга убивают. Первый день, когда была война, я плакал. Каждому разу, когда звучит сирена, я бежу за подвалом и ховаюсь там. Мне было страшно. Мы сейчас находимся в убежище. Здесь мы прячемся от врагов, от России. Здесь мы сидим, ждем, пока и станет стрелять враги или истребители. А здесь мы отсиживаем бомбы от истребителей. Звуки самолета какого-то. Он, это очень громко. Ты уже набридло спускатись по стіну в підвал, бо сховище. Так. Скільки раз ти спускалась за сьогодні? Чи два, чи три, чи чотири, не пам'ятаю. Я вот тут сплю. Мы даже все шли в две безопасности. Путин, ты не бомби квартал. Я просто хочу домой, дома спать. Вчера 16 детей загинуло. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по військовій инфраструктуре. Где наши дети? На каких они військових заводах работают? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Путін, уходи з нашої країни. Я хочу, щоб этот уже на нас Путін перестав нападати. Путін, будь ласка, забери свої війська. You're talking about the stoicism of Ukrainian people. But Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. Вам що треба? Наша кров чи що? Чи ви хочете, щоб ця Україна померла? Чи що? Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви дійсно європейці. Слава Україні!